Добрый вечер, друзья! Вы на канале «Ухты-парахты». В эфире стендап от Златы. Всем привет! Меня зовут Злата. И вы на канале «Ухты-парахты». И сегодня, и сегодня, и сегодня, и сегодня. Все последняя попытка звоним папе. И сегодня действительно будет стендап. Вообще, у нас со стендапом много общего. Мы почти одновременно появились в России 4 года назад. Я давно хотела выступить, но просто я научилась говорить 2 года назад. Окей, вы спросите, почему? Я не выступила 2 года назад. Писать я научилась буквально на днях. Ой, что-то кялка. Вообще, я научилась добиваться своего родителей. Смотрите, я хочу большого медведя. Или я вам скажу, что папа, когда приходит домой, он начинает... Спасибо. Я знаю, как зовут нашего президента. Владимир Путин. Папа говорит, что были такие президенты. Но я не верю. Сколько себе помню... Всегда он был. Когда я вырасту, я хочу пойти в школу. Почему в школу идут 7 лет? И сейчас хочу. Почему подумал, надо помогать с детства? Почему папа не говорит? Поиграл в игрушки, пусть лежат. На место их уже помогать 16 лет. Есть, сук. Это только 10 лет. Ты платишь в комнате? А тебе 8 есть. Недавно папа сказал, если я буду вести себя идеально, всю неделю, то на Новый год он привезет меня в Москву на кремлевскую елку. Но меня смущают само слово «идеально». Всю неделю я веду себя идеально. Да, потом ты был сказать «приятного аппетита» и «прощайте мои билеты в Москву». Я очень люблю кофе, но пока пробовала только запах. Я не понимаю. Как раньше люди жили без интернета. Неудивительно, что мамонты вымерли. Вымерли. Им просто негде было посмотреть прогноз погоды. Так бы они увидели, что надвигается ледниковый период. И уехали на время в Таиланд. Недавно мне написал мальчик. Злата, ты прикольная. Знаю, что ты очень занята. Но приглашаю тебя погулять. Дорогой Ратибор. Ты плав, плотный график. Но я обязательно постараюсь. Мне как раз окно. С 2:10 до 2:15. Да, друзья. У меня плавающий день расписан. Я занимаюсь плаванием с месяца. Поэтому, когда я приезжаю на море, Я радуюсь. Я уже это говорила, Дэн. Я радуюсь, что могу спокойно полежать на песке. Хотя я уже не могу без воды. Я к ним привыкла. Так, класс, да лучше. Я занимаюсь художественной гимнастикой. И мой идеал – это Арина Кабаева. И папа сказал, что у меня отличный вкус. У тебя отличный вкус. И ты далеко пойдешь. Я очень люблю животных. Знаете, какое у меня животное любимое? Слон. Потому что он катает детей. В Таиланде были столько слонов. У меня есть собака. Недавно я услышала. Собака лучший друг человека. Да, человек, собака, друг. Я полностью согласна. Недавно мы с Юки так зовут мою собаку. И Гвали хватили. И я сбила вазу. Но Юг, как настоящий друг, взял всю вину в себя. И промолчал. Я люблю здоровое питание. Но меня смущает, что дома очень редко бывают конфеты. Пирожные, молочные. И сейчас я думаю, что меня как обеликса. Когда я была маленькой, меня уловили в бочку. Только со сладостями. Поэтому, если я переем сладкого, то у меня появится суперсила. Я смогу замолаживать. Ну вообще, если честно, дома меня все слушают. Иди, Бука. Как скажу, так и будет. Смотрите у меня. Я хочу мороженое.
папа приходит домой, то... Спасибо. Всем пока! Thank you.